Привет всем, вы на канале Фита и с вами, как всегда, Таня. Сегодня я вам буду рассказывать про растение, которое способствует похудению. Называется оно гарциния. Плоды экзотического дерева, произрастающего в Азии, гарциния, в данное время являются очень востребованными среди производителей диетических добавок. Одним из ценных свойств плодов является подавление сильного аппетита. Механизм воздействия на организм человека заключается в том, что при приеме пищи вместе с гарцинией чувство насыщения появляется намного раньше обычного времени. После приема пищи, за счет того, что гарциния постоянно поддерживает уровень глюкозы в крови на уровне состояния сытости, чувство голода приходит позже. Кроме того, гарциния запускает и ускоряет обменные процессы в человеческом организме. Хром в составе растения устраняет тягу к сладкому и мучному, замедляет усвоение углеводов и значительно уменьшает усвоение жиров из потребляемой пищи. Особенность приема заключается в том, что необходимо рациональное питание и обязательный сознательный контроль своего пищевого поведения. Гарциния окажет помощь в осознанной борьбе с аппетитом, но при наличии привычки бесконтрольно питаться всем подряд эффекта наблюдаться не будет. Дальше расскажу про фитосредства, которые можно найти в нашем магазине FitaJoy, которые содержат в своем составе гарцинию. Геронвит Худзи Актив – натуральный многокомпонентный фитопродукт, обеспечивающий снижение веса и сохранение достигнутого результата. Имеет в составе биофлавоноиды лимона, слоевище ламинарии, корень диаскории, шишки хмеля, цинкооксид, розетки артишока, инозитол, L-карнитин, экстракт гарцинии камбоджийской, экстракт ананаса, экстракт худзи гордонии, витамины и микроэлементы. Действие. Повышает активность жировой ткани к утилизации жиров, контролирует пищевое поведение, угнетает чувство голода, уменьшает отечность жировой ткани, безопасен для организма, не содержит гормональных стимуляторов и слабительных ингредиентов. А на сегодня у меня все. С вами была Таня. Всем пока!